Йоу, всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Anastation, и это очередное видео-проверка. Проверка товара с FixPrice. Вы просто посмотрите, какую новиночку я нашла в магазине. Это изысканная роскошь, как здесь написано, а именно увлажняющий парфюмированный спрей для тела. Знаете, а-ля Victoria's Secret. Я решила его проверить, потому что стоил он 77 рублей. И вы представляете, если можно не покупать Victoria's Secret, а можно будет покупать вот такой спрей. В общем, я решила быть одной из первых, кто испытает на себе этот парфюм. Обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписчикой на канал, на мой инстаграм и тикток, и мы с вами начинаем. Как всегда, начинаем с упаковки. Упаковка очень яркая, очень привлекает мое внимание. Смотрите, из-за лампы блестит флакон невероятно, очень красиво смотрится. Он такой золотистый, ну сам флакон прозрачный, я имею в виду наклейка золотистая, наполнена какой-то жидкостью, которая, кстати, пахнет. Очень вкусно. Вообще, это должен быть спрей, который после того, как вы помылись и собираетесь на прогулку, нужно пшикать на тело. Он иногда бывает с блестками, иногда нет, и вы просто будете приятно пахнуть весь день. То есть это не как духи, которые выветриваются, а в принципе все ваше тело должно пахнуть весь день. Этот спрей от фирмы Parly Cosmetic, и написано, что он мгновенно впитывается, интенсивно увлажняет и дарит благоухание и комфорт коже. Здесь я вижу способ применения. Распылите спрей на чистую кожу тела на расстоянии 15 сантиметров. Ого, вы представляете? Ну, то есть это вот так, наверное, прям, то есть не вот так, как мы привыкли, а как-то так, наверное, видимо, чтобы побольше распылилось. Мне напоминает сладкий запах каких-то цветов в саду, разве что. Ну, чтобы вы понимали, вот 15 сантиметров. Поэтому убираем далеко. Давайте посмотрим. Никаких блесток нет, ничего нет, немножечко размажем. Что я чувствую? Я чувствую немножко липкость. Возможно, это пройдет, когда спрей впитается. Сам спрей у меня без блесток, поэтому на коже никак не отображается. Такого яркого запаха, когда вы нюхаете сам флакончик, на руке нету. То есть просто чувствуется такой легкий-легкий аромат, но он отдаленный. Одно дело, если на руку пшикнуть, а другое дело, вот так вот я распылила по всей руке. И такого яркого запаха, к сожалению, нет. Но, в принципе, я думаю, что в сумме, когда вы распылять будете на все тело, должно быть прикольно, потому что, ну, как бы, по чуть-чуть, но будет пахнуть. И, в принципе, вы сами без духов можете пахнуть классно и чувствовать себя комфортно. Ну, что я могу сказать? Я этому спрею поставлю, наверное, 8, потому что липнет к рукам. Но вот сейчас, когда он впитался, я уже липкости не чувствую. И потому что нету яркого аромата, как от духов. Ну, хотя, наверное, знаете, это спрей для тела, может быть, так и должно быть. Напишите обязательно в комментариях, потому что я вообще первый раз в жизни пробую такой спрей. И если вам понравился мой видос, не забывайте ставить свои пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на все мои соцсети, чтобы не пропустить ничего нового. А сегодня с вами была я, Anastation. До встречи!